Всем привет! Ну что, приехали мы на озеро, на Кубинское. Решили все-таки половить окунька. Я уже половил, тут пяток поймал. Так что день начинается. Смотрите, смотрите видео. Я думаю, что сегодня наловим. Вот уже поклевало. Чутка. Пятерых поймал. Одного еще вытряс и все. Поехали. О, еще один. О, подлещик. И в пиявках, даже мелкие-то в пиявках. Хороший, да? О. О, хорошенький такой. Вот они где. Возможно, это мормыгу надо. Да. Садись обратно. Да, конечно. Так, наверное, 2-3 слунки и все. Вот тоже. Туман хорошо, никто не видит. Мелочь, да. Что-то Андрей у нас отбился. А, понял. О, хорош.
вот это окунёк, вот это красавчик. Потёрли нормально. Да? Два, да? Что, сломалась удочка? Удочка развалилась. Вот это удар был. Вот у тебя. Запечатлено, да? Запечатлено такой кадр. Удочка разбухлилась. Смешно. Да, такой хороший, Володя. Оп. По губам. На голову бы бросил. Пока идет, уже ничего не останется.
Наверное. Вот по губам. Дело так, просто полностью. Чего так? Может, мормышку не кинуть, да? Да. Да. Вот. Хорошая, да, окуня? Он все равно этого не боится. Шума. Угу. Он стоит, да. Ну, я вот сколько... Посчитал, 3 суток прошел. Нету, нету. Нет, есть. Небольшой. Вон. Андрюша все уже это видит. Да. А у Вади все учатся. Балансир, да? Вот у меня тоже пошло дело.
помельче, конечно, чем у вас. Даже лутка заглотила. Где? Вот я здесь конкретный. Ой! Все, мимо? Я не успел. Вот, спахивался. Да. Ну, хорошо. Хорошо. Вот, смахивал, да чего? Такая рыбалка, так весь поту. Я даже насадку не делаю, слышишь? А? На безмотылку ловлю. Да. Полностью без мотыля? Да. На желтый шарик? Нет, у меня это. А, понял. О, Андрюша вытащил. Балансир, да? Вот у меня тоже такое дело. Опа! Что? Да оторвет, да. Вроде небольшое, смотри, а как он? Ну, нормальный. Так я просто посмотрел, как ты ловил, я учился. Там, на той лунке-то. Вот. Угу. У меня помельче будут. Ну-ка. Это Андрей тут выворотил. Вон какие. Во, вот это под кило, да. Не-не-не-не-не. Во. Нет, кило 250. На, за балансиром бежать. Угу. Покрупнее на балансир, видишь. Попасть ее под него надо тоже, видишь? Да. Подругу-то. Вот он, видишь, и куда ушел. Вот. Блин, а что это? Ну, вот это хороши. Не, кило 250. Набил пакет я туго. И думал, угощу я друга. Да. Вот. Андрюша тут постарался. Вот таких красавчиков. О, красавец. Да, ради такого вам стоит ездить. Да, вот эти.
Че, Андрюш, там по-старому ничего? Ничего себе! Выбило из рук. Ехало на меня, я отвлекся на камеру. Вот это да! Ну это бот в кадру тебя вообще. Я на камеру посмотрел, у меня из рук выбило. Поэтому так. Еле-еле. Пойди в несколько раз чуть-чуть так. О. Странно как-то клюнул он. Странный товарищ. Поставил. Вот я этого и ждал, такого красавчика. Уже поменьше. Ну что, закончили мы сегодня рыбалочку, едем домой. Да как ощущения, как впечатление? Замечательно. Удалась, я тоже считаю, что удалась. Половили, рыбу поискали. Отличился у нас Андрюша. Не, не я. Не ты, второй. Второй, да. Который сумел. Чего? Обловить всех нас. Да, 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 крупную да, рыбу, крупную рыбу он, да, ай, молодец. Такую до килограмма окуня. Балансирчик. Ну, видео моменты все увидите. Так что все, всем пока. Смотрите видео, подписывайтесь на канал, что в Ютубе, что в Дзене. Лучше в Дзене, потому что Ютуб скоро закроют. Так что всем ни хвоста, ни чешуи. Мы сезон закрыли. Все, всем пока.